По образованию актриса драматического театра, уже полгода методист Центра культурного развития. Валентина Макарова – девушка с активной позицией. Находит время и на работу, и на хобби. Не пропускает, конечно, и выборы. Тем более сейчас для того, чтобы отдать свой голос, никуда ходить не нужно. Все можно сделать онлайн. Вот и для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Совет депутатов округа уже зарегистрировалась. Теперь изучает программы кандидатов. Мне больше нравится, когда программа состоит из общественной деятельности, когда облагораживают все вокруг. А вот для Дины Масловатой, учительницы начальных классов, онлайн-формат в новинку. В этом году впервые решила зарегистрироваться. Говорит, нужно шагать в ногу со временем. А его у педагога в начале учебного года будет катастрофически мало. Есть риск, что на избирательный участок выбраться не получится. Набираешь госуслуги. Вот она автоматически прям выходит. Нажимаешь и, собственно говоря, получаешь доступ. Пару движений, да, и все, ты уже сделал свой выбор. Для того, чтобы принять участие в выборах через ДЭК, необходимо заполнить соответствующее заявление на сайте выборы.gov.ru. Для этого потребуется учетная запись от портала госуслуги. Сделать это можно до 2 сентября. Само голосование станет доступно с 8 утра 6 сентября до 20:00 8. Карина Еряшева, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».